Вот такой вопрос мне задали в комментарии к донату. Ну, спрашивать о самом себе я бы, например, не стал. А что вообще вы хотите узнать у нее о себе? Хотите, чтобы она вам рассказала, что именно вам нужно изменить в самом себе и в своем поведении, чтобы она вас полюбила и захотела? Открою вам один секрет. Женщины хотят только тех мужчин, которые у женщины мнение о самом себе никогда не спрашивают. Ну а что касается всего остального, то я думаю, у женщины разумно спрашивать ее мнение только о том, в чем она достаточно компетентна. А вот что совершенно точно не надо делать, так это спрашивать мнение женщины о том, как потратить деньги, которые заработали вы.